Всем здорова, дорогие друзья! С вами Кстов Лейзин Тофли Александр, и сегодня у нас рубрика «Когда опять онлайн». Это битва рандома! Всем привет, ребята! Всем привет, чуваки! Ребята, правила этой рубрики простые. У нас есть 32 тачки. С помощью рандома мы определяем 3 тачки на 3 испытания. Соответственно, после того, как мы выбрали тачки, мы их быстро тюнингуем и проводим эти испытания. А по ходу испытаний мы получаем баллы. Но победит тот человек, кто наберет большее количество баллов в испытаниях. Думаю, вы все поняли, поставили лайки и, естественно, подписались на канал. Ну а мы начинаем! Ну что, ребята, сейчас мы с помощью камня, ножницы, бумаги определим, кому рандом будет первую определять машину. И давайте, ребята, откроем чатик и пишем камень, ножницы или бумага. Я написал, ребята. Я тоже. А вы готовы? Сань. Да. Раз, два, три, гоу! Это... бумага, так, блин, Саня первый, так, давай, Антон, да, теперь мы боремся за второе и третье место. И давайте, я написал. Раз, я тоже. Два, три. Это бумага. Так, ладно, еще раз давай, Антон, давай еще раз. Давай, давай, готов? Да. Раз, два, три. Это... Дружок, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что таких, как ты, 81%, и это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Давай так, если у тебя кнопка подписки горит красным цветом, то быстрее тыкай на нее, чтобы она стала серой. А если еще и колокольчик поставишь, ты вообще будешь самым крутым. Так что, друг, я верю именно в тебя, и я верю в то, что ты поставишь колокольчик и, естественно, подпишешься на мой канал. Ну а мы продолжаем. Ножницы, господи. Так, еще раз давайте. Так, бумага. Давай, раз. Подожди. Так, готов? Раз, два, три, гоу. Да ты надоел. Так, ладно, еще раз давайте. Все, вот сейчас. Давайте, раз, два, три, гоу. Так, меня это уже напрягает. Так, все, Антон, давай еще раз. Раз, два, три, гоу. Да, я наконец-таки второй. И, Саня, а как ты думаешь, что тебе поможет в угадывании? Я помощник Алиса, не угадывание, а получение тачки. Ну, получение тачки, да. Вот эту машину. А, ты хочешь эту машину на какое испытание, братан? Потому что мы выбираем три машины. Я понял. Так, ладно, ребят, давайте. Я хочу самые крутые тачки. Алиса, назови число-то, но до 32. До 32. Так, это будет сейчас 297. Число 7, я думаю, это было, ну, слышно, да? И число 7, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, братан, это жесть. Это жесть, братан. Так, выгоняй эту тачку, это новая тачка. Первое испытание, это у нас испытание скорости, братан, но ты можешь еще поменять, может, тачку, там, может, ты ее возьмешь на дерби, там можно это выбрать. Так, ладно, теперь мне, ребята, Алиса, назови число-то, ну вот, до 32. Число 6 рядом. Так, о. Да, это очень крутая машина. Ой, ничего себе. Так, ну и теперь Антон. Как ты думаешь, Антон, какая тебе тачка выпадет? Я надеюсь, плохая. Алиса, назови число-то, но до 32. Вот этого Трампа выпадет. Выпало число 32. 32, самое большое число, братан. Так, и давай. Это у нас вроде как так, лево это... Так, значит, братан, это БТР. Братан, это БТР. Это, ребята, очень жестко. Но он может выбрать, он еще может выбрать. Возможно, этот БТР ему выпал на испытание. У тапок ты скинул тачку. Так, ладно, тем не менее, давайте Сане определим. Алиса, назови число-то, ну вот, до 32. Это число 8. Так, 20, братан, значит, так, это тут 16 тачек всего, получается, так, 16, 17. Так, 17, 18, 19, 2. Рокет Волдик, офигеть! Так, ладно, это круто, братан, так, ну, давай теперь мне так, Алиса, назови число-то, ну, до 32. Тупо, не знаю, с места не могу даже. Выпало число 28. 28, так, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20. 30, 31, 32, кто больше? Я больше. Серьезно. Пацаны, это... Только не говори, что ты ее на дерби возьмешь. Ай, братан, я не знаю еще. Возможно, мне сейчас... Возможно, мне сейчас выпадет арена вар и, блин, все поменяется. Так, Алиса, назови число от 0 до 32. Давай теперь мне. Давай, теперь Антону. Мне, давай теперь мне. Антону. Так, 20 Антон. У нас было. Алиса, назови число от 0 до 32. Число 8. Число 24. Так, ну давай посмотрим. Так, получается 20, 21, 23, 24. 22, 23, Вагнер.
Вагнер, братан, неплохо. Так, стоп, 21, 22, 23. Да, Вагнер. Ну, братан, ну слушай. Вот 20-й Rocket Vault. Да, 20, да. Так, ну слушай, Антон, у тебя уже есть суперкар, это уже хорошо. И теперь у нас Саня. Алекс, назови число-то, ну вот до 32. Это, у меня есть спорткар. 32. Так, 32 у нас 32. Число вроде как было, да, так что... Это еще, Алиса, назови число-то, но до 32. Это число 9. Выпало число 30. Братан, 30, ты ненадолго так. Отстал, так, вот. И это 32, 30... Это Реновар. Реновар, да ладно, чё, ты можешь на дерби её использовать? Так, да, ну, у тебя получается поставлю. Какой да, уже я пак машин? Так, у тебя... А что, где тут? А, у тебя Rocket Vault'ик да, и, ну, слушай, ну такое, так, Rocket ладно. Vault'ик? Да, в смысле, такое Rocket Vault'ик? Rocket... Нет, я говорю такое, типа именно вот этот вот Muscle Car. Так, ладно, теперь мне, Алиса, назови число-то, но до 32. Я надеюсь, то, что Аренвар. Нет. Надеюсь, надежда умирает. Число 25. Так, 25, так, тут 16 тачек, так, значит, там 20, 21, 22. Это не Аренвар. Как вот она. Нет, это Тайпан, тварь! Не, чё, на скорость. Блин, на ладно, Тайпан. Да, на скорость можешь. Ну да, ну блин, я не знаю, что тогда я на сумошечку возьму, потому что, блин, это жестко. Ну, Делориан, ну типа, блин, против Аренвар, ну такое. Это круто. Так, ладно, теперь Антону уже последняя машина. Давай. Алиса, назови число-то, но до 32. Что мне делать тут против БТР? Число 27. 27, так, 21, 22, 23, 24, 25, 26. А 27, братан, это... Не, О, да ладно, это Брутус. Эдвард? Это Брутус. Стоп, давайте еще. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Реально Брутус. Повезло. 24. Почему мне так не повезло? Я просто не пойму. Блин, у вас есть тачки. Хотя, знаете, мне кажется, вам не повезло больше, потому что у вас... Мне повезло. У вас нету нагон. А чё? Паш, ну чё? Посмотри. Ну посмотри на мою тачку, Реновар. Посмотри на его БТР. Ну, братан, ну слушай, возможно, он БТР возьмет на гонку, кто его знает. И, ребят, давайте сейчас быстро возьмем, быстро потюним наши тачки и уже перейдем к испытаниям. Ну что, ребята, у нас уже первое испытание. Это испытание скорости. И тут надо проехать три кружка на этом аэропорту Тревора. Ребята, кто у нас, в принципе, первый финишит, тут получает свой первый балл. И парней кидают гранату. И по взрыву гранате мы уже стартуем. Так, парни, что вы взяли вообще? Так, вы, Антон, взял Вагнер. И ты, что ты маслкар взял? Че? Да. Братан, ну мне кажется, тут все. Тут уже все понятно, все ясно. Я как бы победю и развалю всех. Так, ну слушайте, блин, раскраска, кстати, прикольненькая, мне кажется, Луи Виттоновская. Да, ну, блин. Блин, а ты Топфикса догоняешь? Ты Вагнер догоняешь? Как? Поворот, чего? Поворот. Чего? Ага. Так, ладно, тем не менее, ребята, у нас с вами тачка. Блин, как... кстати, Сань, ты знаешь, как эта тачка вообще называется в реальной жизни? Вот на которой я сейчас. Ребята, если вы знаете, напишите это в комментариях, как эта тачка называется. Потому что мне очень интересно. Она вроде как из реальной жизни, это точно. Я видел ее, но не я не знаю, как она называется. Ой, парни, как вы далеко. Она в Дубае была презентована, их всего 3 в мире вроде. А, да, ни хрена. Наш себе. Офигеть. Ну, блин, ребят, напишите комментарий, потому что мне реально очень интересно. Так, парни, ну вы там отстаете прям очень жестко. Так, я вот сейчас... последний. Так, ну сейчас у нас будет третий круг, ребята, решающий, последний. Ну, я быстро еду, кстати. Да, ну, блин, ну у тебя новый вроде как Muscle Car из нового обновления, да. И, в принципе, блин, ну это понятно. Так, ну, слушайте, ребят, честно, я пока что очень быстро, очень офигенно. Так, сколько вообще едет эта тачка? Мне чисто интересно. Она едет... Тачка, я не знаю, братан. Ну, блин, ну, у нее жесткий разгон и так 120, 130, 140, там, наверное, господи. И все, ребята, я финиширую, получаю свой первый балл на счет 1-0. И так, кто первый, первый? И Антон бам. Первый и, наверное, и он без тачки. О, с тачки. Да, а с тачки еще выжил, офигеть, так бронестойкая какая-то. Так, ладно. Короче, ребят, давайте уже перейдем на второе испытание, да. 3, 2, 1, гоу! Все, парни, поехали! Ничего себе, БТР! Так, ой, БТР, так, Антошка, Антошка ушел. Ой, минус Антон! Так, ладно, я, тем не менее, должен догнать Rocket Vault, хотя, блин, это нереально, это вообще реально нереально. Это реально нереально. Так, ладно, окей, я, значит, еду за...
Что такое? Что такое? Да ничего, Паша. А, окей. Короче, ребята, я надеюсь, что я догоню Rocket Voltic или ты, Сань, там врежешься, как бы. Надеюсь, надеюсь. А, потому что у нас гоночка очень длинная, 6 километров. Антон там вообще отстает прям очень жестко. Так, ладно, так, Саня. Давай ты врежешься. Давай ты просто врежешься. Давай. Нет, не хочешь? Да, давай в тебя. Давай. Давай попробуем. Давай попробуем, братан. Так, слушайте, 5 километров нам остается. И, немножко. Блин, финиш очень далеко. Да что вы ржете, парни, я не пойму. Так. Твои шутки просто. А, я понял. Да, ах, вы локальный мем между собой. Так, я понял. О, здорово, здорово, Санек, здорово. Пока. Ай! Чё? Нормально, ребята, это было очень... Паш, ты как будто из ада пришел. Да... Сам ты из зада пришел. Так, ладно. Ты бы слышал, что у тебя происходит, там как ты разговариваешь. Ладно, хорошо, что это я понял, ребята, значит, я лагаю еще в TeamSpeak. Я понял. Так, ладно. Совсем чуть-чуть, наверное, то, что там угорают люди. Так, я понял. Так, парни, тем не менее, нам 3 километра остается всего лишь-то. И я сейчас просто вас догоню и вот так разгоню. Давай. Так, блин, Саня, да ты задрал. Он сейчас реально первый свой балл получит. Так, ну-ка. Не, он не получит. Я понял. Так, ладно. Ну-ка, давай. Так, я вижу ускорение там использует. Так, ребят, давайте его проучим. Давай. Пиу-пиу-пиу. У меня ускорение-то топовое. Не, я хотя бы где-то же должен, блин. Ну, это естественно. Но сейчас ты... О, поворот! Я что-то его не заметил. Так, ай, нет. Паш, ну знаешь, что тебе скажу? А что? Что? Мне нравится твой голос. А, тебе нравится мой голос, но я понял, ладно, он, наверное, в лагучем виде, да, но... Совсем тихо, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да. Я понял, значит, там жопа. Вы... О, да, ты плаваешь. Плаваешь? Ничего себе, Антон немножко... Блин, да, это же БТР. Санек, все, минус, Санек, так. Ой-ой-ой, так давай, быстрее, я смогу. Ема ты пошел. Да. Ну, я лагаю, в гехе еще ничего себе. Паша, ты какой-то демон. Ай! Нет, я врезался, капец. Так, ладно, давайте, я смогу, я как бы финиширую. Да ты не должен первый спирт. Скажи спасибо, что у меня еще Rocket Voltic, а не... Rocket Voltic. Ну, блин, братан, честно? Ты медленный. Так, давай. Да нет, да чё? Нет, я смогу, я успею. Может, ребят, на последних секундах все же мы сможем как бы с вами забрать. И нет. Ладно, ребят, получается, Саня получает свой первый балл на счет 1-1. И давайте... 1-1-0, естественно. И давайте уже перейдем к третьему испытанию. Ну что, ребята, у нас уже последнее испытание, это дерби, и тут мы используем все наши преимущества, это пулеметы, пилы, минометы, все что угодно, чтобы убить наших соперников. И, ребят, кто у нас, в принципе, последний остается на авианосце, тот получает свой первый, а для кого-то уже второй балл. И вы готовы, парни? Да, я готов. Тогда погнали, братан. Маша, тебе просьба. Чё, какая просьба, Я на тебе. Ай, тихо. Паш, ты где? Пожалуйста. А ты где, братан? Так, ну залетел. Помощь, толкни меня, пожалуйста. А ты где, братан, я тебя не вижу? Я сверху, выше. Ты сверху, так, выше? Так, братан, я тебя не вижу. Да я вон, на антенне. А, на антенне. Чё? Помоги, пожалуйста. Ребята, давайте просто сейчас скинем нашего. Да. Пока. Не, Паш, мне надо жопой толкнуть. Да, в смысле жопа? О, на! Спасибо. Да не за что, братан, ты всегда, пожалуйста. Так, хватит, смотри. Ладно, тем не менее, так, где тут, где Антоша? Где Антоша? А, вот Антоша, так. Антон, ладно, я вырубаю мой. Вырубаем, а, тихо. Так, читы, какие нафиг читы? Я никогда на не слышал. Чё, Брутус просто? Так, давайте, уничтожаем. Мне кажется, Антона надо уничтожить. Мне кажется, Антона надо уничтожить. А, нет, взлетаю, ушел. Нет, сразу от зорвика избавились. И, Сань, от тебя тоже надо избавляться. От тебя тоже. А, окей, не слабо, братан, не слабо. Все, братан? Братан, не слабо. Я не могу ехать. Мне сложно ехать из-за того, что ты по мне стреляешь. Да не, братан, не-не-не. Так, а... Ну, слушай, братан, мне кажется, тебе жопа. Нет, мне кажется, тебе жопа. Ты меня прижал в стенки от своих выстрелов. Я, братан, реально, у меня сопротивление очень большое. Слушай, а что это такое? Сопротивление бесполезно. Так, братан, мне кажется, ты... Так, пожалуйста, нет, ой! Нет, нет, я же видел, ты там загорелся! Я горю, сейчас я взорвусь. Чё ты, жопен, мне я просто... Я взрушил тебя. Не, ну слушай, братан, вот, блин, ну у тебя тачка уничтожилась впервые. Икаем воду. Ладно, окей, хорошо, Саня у нас, ребята, получает свой
второй балл. У нас счет 2-1-0. И Саня побеждает в этом, в принципе. Я этого запустил. Да, братан. Ладно, Саня, получается, выигрывает в этой серии. Можем его поздравить в комментариях. Надо, ребята, уметь проигрывать. Я выигрываю. Да, ты выиграл, братан. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать данную серию по битве рандомы в GTA 5 Online. Если вам данная серия понравилась, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Естественно, жмите колокольчик, чтобы не искать новенькие видосики. Подписывайтесь на канал Флейзина, Сантера и Тофикса. Ссылочка будет на пацанов в описании. Они пилят годный контент, и Флейзин в том числе. Ну а с вами был Флейзин, Тофикс, Сантер. Всем удачи, всем пока, народ. Флейзин врет, всем спасибо, всем пока. Пока, народ.